Сам будешь распаковывать? Да. Это мой подарок, наверное. Подарок, думаешь-то? Да. Я не думаю, что там подарок. Я думаю. Это матрас. Нам тоже покажите, что там. Камеру протерла. Тут сразу все себе тащит. Все себе тащит. Покажи. Ланчбоксы. Это вы, когда в школу пойдете, вам туда еду мама будет класть. И бутылочка для воды. В газете Рашкина открою. Ну все, я здесь немного проеду, чтобы руку сюда залезть. Откроешь, посмотришь? Угу. Ему даже не интересно. Конечно, это же не игрушки. Каждый день игрушки не бывают. Хотя бы через 2-3 дня. Вот такой ланчбокс. Открой. Вот это уже открой. Вот отсюда. Вот так. Это будет как раз мои конфеты. Еда там будет, а не конфеты. Рюкзак. Как, зачем тебе рюкзак? Ты в школу ходить не будешь? Только сами. Это мне новый рюкзачек. Давай, вытаскивай. Хочу потом. Это даже маме подойдет. Он большой. А эти колосики уже папа. Да, их можно испортить. Хотели стоя ехать. Я их забрала из садика и в комнату игрушек. Мы после игровой комнаты проголодались, заходили макарошки с курочкой, едят, ой, такие довольные. 2 часа поиграли в игровой комнате. Грибы не кушай, если тебе не нравятся. Курочку кушай и макарошки. А я люблю грибы, и папа любит. Вкусно? Тебе вкусно, солнышко? Горячее? Всем привет, мои хорошие! Очередной день, пятница, и мы с детьми приехали в бассейн. Я с ними, наверное, уже пару недель в бассейне не была, поэтому, думаю, приведу. Очень жарко. Очень жарко, такая погода, а я умудрилась где-то простыть. У меня начинается кашель такой, знаете, не влажный, сухой, такой скрежет прям горло. Не знаю, наверное, это из-за холодной воды, потому что во время жары я из холодильника пью воду. Скорее всего, из-за этого.
еще утро, сейчас только 11, народу еще не так много. Да, и сегодня рабочий же день. Если была бы суббота, то или воскресенье, то народу было бы намного больше. Ну как вы ныряете? Покажите маме. Пищить хочешь сейчас? Мой мальчик сейчас будет сам скатываться с горочки. Зайрашка пошла спать. А маленькая угадает вас или нет? Давай, 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 быстрей! Главное, чтобы сзади никто не покатался. Опа! Молодец! Солнышко! Солнышко, там долго сидеть нельзя. А вдруг кто-нибудь сзади катался бы? Еще будешь кататься? Чего? На фиолетовый хочешь? Один? Хорошо, давай, иди. Я тебя здесь жду. Может, на беленькую пойдешь? На беленькую, может, пойдешь? Хорошо, давай, иди, я жду тебя здесь. А, вон Зайрашка встала. Одна не будет она. У меня принцесса встала. Любо, бусечка моя. Подожди здесь. Глубоко подожди. Картошку тоже можно кушать, но главное, чтобы котлеты поели. Проголодались птенчики. Вкусно? Что? Не вкусно? Вкусно? Аслан, по одному бери, по одной бери картошку, мамина. Она никуда не убегает. А котлеты почему ты не ешь? Ты же любишь котлеты. Классика жанра. Засыпающая Зайра за столом. Ну, подождем. Зайра потихоньку уходит в царство Морфея. Наигралась, наелась, теперь можно и поспать, да, Зайра? Даже разговаривать сил нет. Я сегодня красавица, видимо, с красным лицом. Сегодня ни я, ни дети, мы кремом не намазались.
потому что такого прям палящего солнца не было. Мы все равно чуть-чуть подзагорели. Нужно узнать, ты куда в таком виде собрался? Мама, если вставать, то руку будет кусаться. Самое главное, шорты и носки со звездочками. Асланчик, солнышко, ты куда идешь? В этой куртке. В этой куртке ты идешь на день рождения, да? Летом. Когда все будут в футболочках, да? Ты будешь в куртке. Солнышко, а в куртках сейчас ходит кто-нибудь на улице? Нет, мама, вот еще... эти носочки капутики, а куколу. Ну вот еще одна пришла с курткой и с носками. И я тебе. Я с вашими... Да, это носочки. Мама, красивые. Нет, я не одену. Я Аслана не одевала. Аслан сам все одел. Дождик полил на улице, зейрашку завести не могут. Красное. Это от мороженого, что ли? Мама, поймай меня. Какая ты блестючая вся. Мама, поймай. Поймай. Я тебя уже поймала.
Всем привет, мои хорошие. Дети в садике. Все идет своим чередом. Мы сегодня с мужем по делам. Дела. Аслана с таким трудом отвела сегодня в садик. Мама, я с вами пойду по делам. Я не пойду в садик. Ну, все как обычно. Вот, еще сейчас собираемся с супругом в школу. Детей записали в школу, и нужно пойти посмотреть, в какой подкласс. Вообще ознакомиться, в какой подкласс попали и так далее. Через неделю мои дети пойдут в подкласс. Аж не верится. Потом я сниму видео, расскажу, почему я приняла решение все-таки отдать их в этом году в школу, в подкласс. Потому что у меня были сомнения, я спрашивала, делилась с вами и просила совета. Да? Потом расскажу, почему. Ой, сейчас такая жара, даже разговаривать не. Супруг куда-то туда, в ту сторону пошел. Что-то он там, не знаю, что. Кстати, вчера я осветлила волосы, еще не покрасила. Так что, пожалуйста, не делайте мне замечания. Это просто первый этап осветления. Осветление, кстати, мне нравится, как прошло. Очень даже хорошо. Корни не такие прям желтые. Нормально. Вот она, школа моих деток. Вон там вот. Несколько месяцев они только здесь будут учиться. Я надеюсь, что которая рядом с нами школа, ее успеют достроить. И второй семестр мы уже будем продолжать в той школе, которая рядом со свекровью. Ух. С этого входа хотели зайти, но закрыто. Сейчас обойдем, с другого входа пойдем. Мой муж тоже учился в этой школе, кстати. В Турции начальные классы учатся в одной школе, средние классы в другой школе, а выпускные классы в третьей школе. Все по-разному. Как у меня, например, на родине всю школьную программу в одной школе изучить невозможно здесь. У нас, например, с 1 по 11 класс можешь ходить в одну школу. Здесь такого нет. Да-да-да. По-моему, там тоже, да, здесь тоже закрыто. Муж с кем-то разговаривает. Да, 5 сумочек. У тебя тоже много, у тебя там еще 2 сумочки висят. Есть черная с киской, еще бежевая есть. У тебя тоже 5. Мама, на двоих тоже вытащи. Еще твоя шестой рюкзак еще не пришел. Сейчас пришел Аслан рюкзак для школы. Вот он, на завтра. И Аслан достался свою сумку. Подожди, я снимаю. Нужно, говорит, еще одну, говорит, купить мама сумку. Я хочу фотографировать. Я хочу фоткать. Скоро в школу идем, да? Да, только дай телефон. Зачем тебе телефон? Мама, достань мой телефон. Зайрашка, что будет в школе делать? Мама, достань мой телефон. Я не знаю, где мама. Зайрашка, что будет в школе делать? Мама, ты сумки фоткать. Учиться будет? Ты мое солнышко. Сумки нету, мамина, сумки нету. Говорят, что будут учиться. Посмотрим. Не знаю. Ой, да кто здесь лизит? Кто это? Вкусовые предпочтения даже у нас разные. Зайрашка ест сегодня плов с курочкой. А Аслан ест курицу с грибами и с овощами. Пожалуйста. Готовила разные блюда. Я тоже поела курицу с грибами. Попозже поем плов.
Аслан! Давай, иди. Покоя от Лукума нет кролику вообще. Он покоя его не оставляет. Солнышко, покой не оставляет. Дай тебе, моя девочка, оставь! Луку! Опять в воду залез, весь мокрый. Нельзя! Нельзя, нельзя! Посмотрите на этого, который балуется, все время балуется. Все время балуется. Почему именно девочка? И никакого покоя, никакой личной жизни. Вот дай хорошенько ему один раз. Я вот всю жду, когда она ему хорошенько даст лапкой, чтобы он больше не лез. Уйди! Оставь! Нельзя, Лукум, нельзя! Нельзя! Ты моя девочка! Моя красивая. Нельзя, Лукум. Лукум, у нее терпение не железное. Какие конфеты он здесь ест? Я дам. Возле кошачьего туалета сел, конфеты кушает он. Вкусно возле туалета сидеть. А нельзя было у мамы попросить? Мама что, конфеты не дает? Мама, что, тебе конфеты не дает? Выброси это мусорку. Мама, я это сделала. Я сюда спрятал конфеты. В трусы спрятал? Да. Как смешно. Мама, я маленький воришка. Не знаю. Вот еще одна воришка. Да. Мама, ты что воруешь? Да, я вижу все твои приколы. Быстро на место иди. Не хочу с тобой играть. Не хочу. Вот я возвращаюсь с садика. Оставила это чудо. Вот, все таскает. У Лаки таскает всю еду. У Лаки ничего не могу оставить. Потому что все потрошит. Ну, посмотрите. Сено вытаскивает. Еду всю вытаскивает. Честно я скажу, с кроликом, с котом вообще никаких проблем. А собака это просто звездец неуправляемая. Туалету приучила. Туалет у нас на отличное, только в туалет мы делаем. Вот дверь закрыла, потому что если дверь открыта, он моментально бежит на балкон. Там у Лео порядки наводить. Эй, Лукум, а Таташки сделаю сейчас. Вот, все таскает, все таскает. А он же у меня на своем питании собачьем. И получается, ему надо или вот наше питание, или вот собачьи консервы. Он у меня собачьи консервы ест. И еще это кушает. Поэтому это нельзя ему. Надо или то, или то. Эй! Он не понимает. Все таскает, короче говоря. Все, сейчас буду уборку делать. Попозже Зуля с Адлюшей придет. Вот, ему только играть. Место! Быстро на место! Быстро на место, я сказала. Бегом! Это что такое? На свой огурец тоже грызи раз взял. Вон, перчик съел. Видите, вот, хвостик уже остался. Деду ему не нравится. Давай покатаемся. Здесь буду сидеть. Нет. Я буду катать. Давай покатаемся.
новая лялечка у нас в доме. Нет, это Кирилл. Не уроните собачку. Делюша хочет покатать, они не дают ей. Мамин кролик переселился на балкон. В комнате покоя нету. Люкумчик не оставляет ее. Бегает за ней все время. Че моя девочка? Сюда спряталась, да? А Лео куда, интересно, переселился? Бубосечка моя. Идем хоть покушаем. Маленькая моя девочка. Ой, смотрите на моих солнышек. Мамины солнышки. Бойкот объявили собаки. Оба на этом балконе. Лёсь, посмотрите, как он похудел. И вот так вот шерсть прям кусками падает. Мы к ветеринару ходили, он сказал, что это стресс. Ой, моё солнышко. Что такое? Ну что такое? Что, мамин? Что? Все же хорошо. Вот наш красавчик. Место. Пока не выходи. Так, я вам сейчас покажу, что бывает, когда дети просыпаются. Вот, что бывает, когда дети просыпаются раньше мамы и дают ей немножко поспать. Пожалуйста. Эксперименты. Какао с молоком, с конфетами. Красота. Угу, мы поели, в пекарне позавтракали. Они сегодня захотели в пекарне. И сегодня у нас последний день в садике. 31 августа сегодня. Последний день, мои дети, в садике. Идут прощаться. Асланчик, слезай, баба. Слезай, мама.